Действие Учитывая. при похищении. Как только с вами связались похитители, вы незамедлительно начинаете строить имью в гараже СФПД с полным боекомплектом. Форма SWAT, если доступна по должности, да? Тейзера, набор объектов, вертолета от каждого имью. Обязательно это надо. Назначить двух переговорщиков. Переговорщиками нельзя назначать шефов полиции и их заместителей, а также шерифа, и директора, и замдиректора ФБР. Вызвать также карету МЗ. Пока имью строится, вы даете задание переговорщикам съездить в банк и снять деньги, или же связаться с директором ЦБ, или же губернатором. Ну, кто в сети там будет. Заполнить все вертолеты сотрудниками имью с тайзерами. Как только место встречи было назначено, выдвинуть имью на место, но не приближаться к нему, типа, ну, к месту встречи близко, чтобы не увидели. Вот. Как только деньги были переданы, у вас в руках, и у вас в руках оказался похищаемый, то отдаете команду вертолетам преследовать кейс с деньгами. Вертолетам отдать команду координировать наземной группой, дабы перехватить кейсы похитителей. Если похитители на вертолете, то организовать воздушный перехват. Оказать похищаемому первую помощь, обязательно вообще, самым первым, наверное, ну, второе после того, как он у вас в руках окажется. Вот, да потом поймать и допросить похитителей и составить на них кейс. На самих похитителей. И если выйдет на организацию, то на организацию тоже можно. Вопросы есть какие-нибудь? Нет. Если меня слышно, а меня слышно, да, прекрасно. Да. Вопрос какой-то? Не-не-не-не-не. Я Ого. говорю нет. Просто у меня микрофон такой. Влад, у тебя есть микро... Фу, блядь, у тебя есть вопросы? Нет, я же сказала. Отлично. Лекция на этом для вас окончена.